Топ-модель Елена Космина стала первой украинкой, снявшейся для американского журнала Sports Illustrated. Ее фотографии украсили ежегодный спецвыпуск издания с супермоделями в купальных костюмах на фоне экзотических пейзажей. Чем 24-летняя красавица из Полтавы привлекла внимание редакторов одного из самых продаваемых глянцев мира и какую роль играет спорт в ее жизни, смотрите далее в сюжете. Модельной карьерой Елена начала заниматься с 17 лет. Через три года завоевала титул «Лучшая модель Украины 2015», а потом выиграла международный конкурс «Top Model of the World». Корона топ-моделей мира принесла контракт с агентством в Лос-Анджелесе. Снималась для журналов «Максим», «JQ», «Esquire». Попасть на страницы Sports Illustrated было ее давней мечтой. Моему агенту сделали запрос на кастинг, он отправил мои снэпы, которые подтвердили, и в дальнейшем меня пригласили на съемку, просмотрев предварительно мое портфолио. Сама съемка, да, проходила три дня, она была на Гавайях. Для ежегодного приложения «Глянца», посвященного девушкам в купальниках, опубликовали 7 фотографий Елены Косминой. В свое время для него снимались топ-модели Хайди Клум, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл. Как Елене удалось попасть в такую звездную компанию? Это все зависит от, не знаю, от удачи. Я считаю, от удачи. Конечно, должно быть сильное портфолио. Кастинг достаточно жесткий, потому что девушек очень много. И, как говорится, с любым, то есть на любой вкус. Поэтому у тебя, наверное, должно быть что-то особенное, чтобы ты как-то зацепила. Занятие спортом – неотъемлемая часть жизни звездных красавиц. Накануне съемок для Sports Illustrated Елена три недели занималась по специальной программе с личным тренером. И сейчас старается хотя бы час в день посвятить спорту. Я большой фанат бокса, футбола. Лично я занимаюсь аэробикой, плаванием, танцами и гимнастикой. У меня есть любимые боксеры, это, конечно, братья Кличко, которые прославили Украину на весь мир. И у меня была мечта работать с ними как в качестве ринг-герл, выходить на ринг. Теперь Елена Космина мечтает стать одним из ангелов Виктории Секрет. Елена Дидух, Олег Шумейко, Сергей Ильинский, UATV.